почему я хожу каждый вечер на бачату? Или почему я не могу не ходить на бачату? Да, вот, почему? Потому что я сразу начинаю улыбаться. У меня очень хорошее настроение, прям сразу же моментально, как только я ногой ступаю на эту танцплощадку. Просто моментально. У меня улыбка просто расплывается до ушей, и я просто не могу ее больше снять. А почему тебе важно вот эти эндорфины и улыбка? Как это вообще связано с твоим взглядом на жизнь? Я тогда себя чувствую какой-то живой. Я себя не чувствую унылой какашкой. Я понимаю, что когда я испытываю эмоции, я живу. Мы дошли до края. Вот. И край для тебя, типа, вот твоя одна из идей. Мне важно чувствовать себя живой. Да. Вот это вот твоя идеология как раз-таки. То есть это один из смыслов. И смотри, да. Его же не было на доске прописано. Мы пошли просто вглубь вопроса зачем, и мы все равно до него дошли. 22-22. Вот это и есть какая-то твоя идея в твоей жизни, которая тебя ведет. Какая красота! Просто посмотрите, какая красота! Видели бы вы, как я тут питаюсь. Ягоды замороженные, размораживаются. Здесь манго, которое я вообще собиралась есть чуть ли не стаканом для зубной щетки. Я просто опять. Оля, ну почему ты такая стеснительная? Спрашиваю я себя. Но потом я как только поняла, что почему я собираюсь есть стаканом из-под зубной щетки, и можно же пойти спросить. Вот, я спустилась на ресепшн, говорю, мне нужна тарелка, ложка, вилка, нож, чтобы порезать, блин, манго. В общем, ситуация. Пришла я сегодня на бачат. А до этого преподаватель мне ответил, говорит, ну ты приходи, мы посмотрим на твой уровень, а там решим, типа, в какую тебя группу перевести. И приехала вот на третью группу, на самую старшую, на самую продвинутую. Они меня, значит, спрашивают еще раз, сколько ты занимаешься? Я говорю, ну, 4 месяца, 4-5 месяцев. Они такие, ну, наверное, тебе надо средненькую тогда группу. Ты как бы в этот раз уже, ладно, раз ты пришла, здесь останься, но, типа, на будущее имею в виду, что лучше в среднюю группу. Я такая, чё? Может быть, я как бы, друзья мои, сама решу? Ну, короче, я прям немножко так разозлилась. У меня опять какая-то включилась моя старенькая программка. Я такая думаю, ах, так, ну, сейчас я вам покажу, как я танцую. Вы поймете, что мне нужно не нифига не средняя группа, а что я старше и нормально справляюсь. Я чувствую, что мне не очень приятно. Первое вот это ощущение, что мне неприятно, я чувствую непосредственно в момент того, когда мне говорят что-то, что там якобы, по моему мнению, не совпадает. И сейчас уже понимаю, что это, ну, смешно было вот так вот реагировать. То есть, ну, понятно, что я внешне не среагировала никак, как обычно. Здравствуйте. Вот, но внутри у меня было такое несогласие, типа... Какая средняя группа? Типа, вы чё? Камон! Нет, я с радостью буду ходить и в начинающую группу. Мне реально не принципиально. Я просто хочу потанцевать, а там на каких условиях, это мне уже, знаете, не особо интересно. Во-первых, это мои какие-то ожидания, потому что люди, которые меня впервые видят, они понятия вообще не имеют. Они, соответственно, переживают там и за меня в том числе, будет ли мне комфортно, и за ребят, которые будут танцевать в этой группе со мной, потому что если они там уже супер-профики, а я буду вообще не в зуб ногой, то им будет скучно со мной, понятное дело. И они этого, естественно, не знают. Если бы там я им об этом сказала, кстати, вот, ну, конечно, здравствуйте, я же ничего не сказала. В чем вообще суть? В том, что мне нужно говорить, мне нужно опять говорить, я опять начинаю умалчивать. Блин, вот, короче, вот эта штука, когда я начинаю в молчанку играть, она вот снова начинает со мной происходить. Я хрен вообще знаю, вот, она вылазит в какие-то определенные моменты. Это когда ты начинаешь как-то по-новому действовать, в моем случае это больше разговаривать с людьми, больше просить их о чем-то, больше спрашивать, больше проявлять там инициативу в общении и так далее, то из-за того, что для меня это немножко непривычный паттерн,
то все равно, когда происходят такие неожиданные моменты, которые, ну, никак не ожидал, в которых ты еще не попадал, и в которых тебе также нужно менять свое поведение. Но так как эта ситуация новая, то тебя автоматом скатывает в предыдущее твое поведение. И вот сейчас, блин, так круто, что я это просто очень быстро могу видеть. Это прям реально скилл, который я, ну, так долго, наверное, обретала. Я прям вот сижу и каждый раз не могу нарадоваться, когда я так быстро начинаю вот это отслеживать. Типа ситуация произошла, я хожу гуляю, я размышляю об этом, я вижу, какие-то там процессы были во мне в тот момент, я вижу, исходя из каких своих качеств я отреагировала. Если не все, то я вижу то, что дает мне понимание, как мне дальше это можно исправить. И даже если я сейчас не права, а это, знаете, даже значения не имеет, потому что если я пришла к какому-то решению вот в данный момент времени, значит, именно это решение для меня и играет роль. Значит, именно это решение мне нужно взять во внимание. Если моего внимания нет на каком-то другом решении, значит, то решение было бы для меня не решением. Понимаете или нет? Любой вывод, который бы не приходил, он верен на данном этапе. Вот. И другого быть не может, потому что это тоже какая-то эволюция твоего навыка видеть эти решения. Если вернуться опять к этой ситуации, первое, это то, что я опять скатилась в свою молчанку, когда я... Но это, знаете, не молчанка, это качество мое, которое не плохое, не хорошее, оно просто есть, которое также имеет две стороны. Не хорошую и не плохую сторону, а просто две стороны, как черное и белое. Черный — это же не плохой цвет, он просто черный. Белый — это же не хороший цвет, это просто цвет. Также и здесь. Это качество гордыни. Я прям сильно много энергии вкладывала в то, чтобы развить это качество до какого-то такого уровня, когда бы оно служило мне на благо. И даже если сейчас не всегда получается, то, по крайней мере, я могу быстрее увидеть вот это качество в себе и начать что-то с этим делать. И вот сегодня произошла ситуация, в которой моя гордыня снова вышла на сцену и начала петь дифирамбы. Мне сказали, что мне как бы высокий уровень не подходит, мне надо на уровень поменьше. Но вот у меня моментально включилась реакция из качества, над которым я очень сильно долго работала и работаю по сей день. На самом деле, когда злюсь, я в моменте очень сильно редко могу прям сразу понять, ага, ладно, спасибо за подсветочку, разберемся. Я только иду к вот этому навыку, когда ты прям в моменте быстрее это все начинаешь рефлексировать и приходить к тому выводу, что спасибо, еще раз направляешь меня. И вот как только у меня будет получаться с ней справляться в моменте, и находить ей правильное, свое правильное место тоже в моменте, вот тогда такие ситуации меня не будут вообще никак задевать. Потому что сегодня для меня это был звоночек, за который я очередной раз хочу сказать спасибо. Если бы не такие ситуации, если бы не такие раздражители, то, наверное, мы бы не росли, мы бы не развивались, мы бы не эволюционировали и оставались бы на том же самом уровне развития психического, психологического, эмоционального, там, какого-то, не знаю, психоэмоционального. Вот, это же прекрасно. Send this to someone who deserves to hear this. It's gonna be okay. Everyone needs a bad day. Remember you told me you're not alone. Just pick up the phone.